Грация, легкость и красота. На стадионе «Урожай» в Томилине прошла матчевая встреча по фигурному катанию среди спортсменов 5-6 лет. Участие в соревнованиях приняли 70 человек. За выступлениями юных фигуристов наблюдала и наша съемочная группа. 5 раз в день по несколько часов занятий на льду. Взрослый ритм для еще юных спортсменов. Ксения Баронова из Томилина одна из первых выступила на матчевой встрече. С руссконародным танцем под песню «А он мне нравится» она получила 8,8 балла. Ну, мне понравилось то, что можно на льду выступать. Ну, мне не тяжело было, но больше всего я волновалась. Первым шагам в большой спорт мама Ксении Ольга Баронова признается рада и не жалеет, что 3 года назад решила отдать ребенка именно на эту секцию. Ну, вы знаете, Ксюша такая артистичная, любит петь, любит русские народные песни, поэтому вот ей понравилась эта песня, она ее выбрала. Ну, а мы уже постарались, сшили костюм. Первое соревнование, погода сегодня достаточно холодная, они все первый раз такие наряженные, вот, то есть они очень волнуются, и родители тоже. Спортсмены выполняли норму «юный фигурист». Она включала выполнение определенных элементов. В целом выступление оценивало жюри по 10-бальной шкале. Наш вид самый красивый. Он очень грациозный. Очень красивые костюмы, я думаю, сейчас вы. Очень интересная музыка. Сейчас родители сами выбирают. Наши дети привыкают слушать хорошую, красивую музыку, грациозно скользить по льду. Ну и, конечно же, основная задача наша – это оздоровительное направление. Отметим, это традиционные соревнования. Открытое первенство по фигурному катанию на призы стадиона «Урожай» проходит уже более 10 лет. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.